Петр, я хотел бы приехать. Хорошо. Понятно. Шейман говорит, что скоро покажут двигатель. Я его прослушал. Он ведет двойную игру. И мне кажется, что они меня подозревают. Я опасаюсь, что они меня могут физически устранить. Нет, у меня нет охраны. Ты же знаешь, что это вряд ли поможет. Еще одна пластика и пенсия на полгода в Аргентине. Ладно. Я понял. Я доведу дело до конца. Я помню, души генералов не бывает. Мы с тобой не сработаемся. Но разве обязательно пить? Разве нет других способов для релаксации? Слушай, мне неприличные такие предложения делают еще в общественном месте. Потому что не в моем вкусе. Да боже, не ожидала от вас. А чего ты ожидала? Так трогать. Мы находимся в кабаке, должны соответствовать тому, что здесь есть. Чего ты за мной везла? Я хочу стать журналисткой. Хорошего уровня. Хотя бы такого, как вы. Нет ничего проще. Поменяй опять профессию, разведись с двумя женами, помни три главных правила. Плоский заголовок – это раз, фото – это два, и тема должна бить по шарам – это три. Мы, пресса, небожители, мы запечатлеваем жизнь такой, какой хотим. А обыватели – это низшая каста, падкая на сенсации. О, Михаил Ефремович, вы проходите, пожалуйста, садитесь. Как это я удачно зашел? Да, мы тут как раз обсуждаем проблему журналистики. О. Михаил Ефремович, как хорошо, что вы здесь. Я хочу стать журналисткой очень высокого уровня, такого, как вы. Как мне этого добиться? Родиться в Москве. Ну, это во-первых. А во-вторых? А во-вторых, нужно пить и спать с нужными людьми. Когда пьешь, закусывай. Когда спишь, помни, что это только работа. Господи, кажется, я выбрала не ту профессию. Или не тех советчиков. Сюда свой нос показывает. Да нас просто судьба сводит вместе! Я беру все свои нетронные слова! Зачем? Они мне так нравятся! Они мне так понравятся! Я дорогой мой! Дина, ну хватит! Дина! Господа, может быть, вам выйти в вестибюль? Дайте, я разобью его в вестибюль! Ну хватит! Я жду! Это же единичка! А ну перестань! Да, меню здесь тоже не парижское. Зато готовят какие-то. Ну что, довольна? Опять прославиться хочешь? Знаешь, а мне полегчало. Пойдем отсюда. Это надо отметить. Ну как, я похож на жертву российского шоу-бизнеса? А где синяки? Где кровоподтеки? Сейчас будут. Дай помаду. Все-таки получили сенсацию. А как мне ее подать? Редактор подскажет. Все-таки приятно присутствовать при создании образцовой газетной лодки. Меня же реально били. Факт на лице. Человек он только продал. Черт! Где бумаги? Где они? Все, достаточно. Это было последнее предупреждение. Еще два дня, и можете писать себе некролог.
Вот телефон. Свяжитесь, когда решите проблему. А ты, жаба, смотри, если фотки не сотрешь, я тебе всю рожу в порошок сотру. Успокойся и рожай все по порядку. Я не знаю, что со мной происходит. Видимо, я болен. Давай конкретнее. Рука чешется. И вот это тоже. Что мне делать? Обратись к врачу. Я не Фрейд, и не инвалид, и не спец по аллергии. Но она светится. Кто? Рука! Вот эта рука и вот эта рука! Как я буду работать, если я весь свечусь? Что это такое? Я болен? Или я превращаюсь в атомный реактор, а? Ладно, не волнуйся, что ты так? Бабочки тоже в темноте светятся. Может, фосфора много, вот он у тебя на коже выступает. А может, я съел что-нибудь, а? Я тогда на втором курсе тоже засветился. Приборы ломаются, давление скачет, а я ничего не чувствую. И тоже списали. Это у всех бывает. Говорила тебе, переходи на мясо. Ты все огурцы, огурцы, вареные, соленые. Я тогда в этом совхозе огурец съел. Может, он плохой был, а? Надо, чтобы тебя все-таки какой-нибудь специалист посмотрел. Нет, я не хочу. Тогда тоже. Кровь брали, мозги светили. Диссертацию написали, наверное. Значит так. Только без паники. Есть у меня один знакомый доктор, он не будет по тебе диссертацию писать. У него и так все есть. Сенсация. Ты знаешь, я, пожалуй, не буду участвовать в этой темной делишке, ходи к ним сам. Ты же понимаешь, они меня тут же закопают. Это они меня закопают. Ну, послушай, ну, я ладно, не скрывал. Давай, с лампой, сенсацию, денежки получше будешь. И что это за прибор? Много будешь знать, скоро состаришься. Измеряет ультрафиолетовое биополе человека. А, понятно. И какой результат? Все в норме. Докладывайте по вашим контактам. А нечего докладывать. Этот доктор Вассерман обыкновенный врач. Правда, я в журнал заглянула, у него большие люди бывают. Вы, например? У меня все в порядке, если тебя это интересует. Дальше. Этот король стриптиза, рыжий, ну, который меня выпер, тоже посредственность. Говорит, у меня никаких данных. Конечно, ему силикона побольше. Но жучок я поставила. Молодец. Что нового в редакции? У вас очень знакомое лицо. Вы раньше не приходили ко мне? С чем проблемы? Эрекция, мочеспускание.
Семен Давидович, мы не за этим. С этим у него как раз проблем нет, кажется. Мы совсем по другому вопросу. Вам что, вызов хайгу сделать? Или часы починить? Николай заболел, стал плохо себя чувствовать. Какие-то странные симптомы. Мои юные друзья, хватит лирики. Приступим, так сказать, к основному блюду. Ну, он съел огурец в каком-то совхозе, кажется, немытый, и стал светиться в темноте. То что? Светится? Где? Да. Вот здесь, вот так вот светится. Может, еще, конечно, и спина светится, я не знаю, я не смотрел в зеркало. Это какая-то провокация. Я вообще не понимаю, о чем речь. Я здесь занимаюсь проблемой мужской репродуктивной системы уже 10 лет. Остальное меня не волнует. Но вы же работали в медсанчасти, при училище. В какой санчасти? Ну, в лаборатории. Вы зачем ко мне пришли? Я привел к вам больного. Вы же давали клятву Гиппократа. Не шантажируйте меня Гиппократом. Он грек. Он жил в климатических теплых условиях. А его халву кушал прямо с дерева. А я живу здесь, в Сибири, уже 35 лет. Мне памятник нужно ставить. И не шантажируйте меня. Вон отсюда, с кабинета. Вы даже его не посмотрите. Я вас сучек писал какой, а? Эйнштейн сибирской медицины, мастер скальпеля и шприца. Что меня убивает, так это ваша погода. Во Флориде, конечно, лучше. И космодром недалеко. Космодром. Это все вчерашний день. Мой космодром в 5 минутах езды отсюда. Зачем вам все это? Ваша вода продается на ура. Учредители не тиранят. Разберите двигатель, изучите его и продайте технологии по частям. Я от вас жду информацию, а не глупые советы. Или мы еще не договорились? Хотите информации? Пожалуйста. Грохотов вам денег не даст. Не сегодня-завтра вас накроют нехорошие органы. И вы поедете изучать особенности северного лесоповала. Повторяю, мне нужна информация. Как мне выйти на пилота? Он псих. Его нужно оставить здесь, на земле, как и всю его команду. А не то он вернется с лунной орбиты с какими-нибудь вооруженными товарищами. Это моя луна! Это моя луна! Это их луна! Моя луна! Только без пилота они туда не доберутся, а он не желает лететь. Где он? Он занят. А где вещество? Часак, дай мне часа. А кто говорит? Вы не меня режьте, а своих прихлебан. Пилот уже давно вокруг тебя ходит. У вас телефон. Я занят. Дай тесак. Босс. Алло. Я работаю. Да, уже совсем скоро. Завтра дам вам знать. Псих ненормальный. Идиот. Держите себя в руках. Это ты мне говоришь, душегуб заграничный? Я много работаю, не жалею себя. Ампулу прошляпил, документы проворонил. Документам никто не поверит, ампулу я верну. Берешь свидетеля, тогда и поговорим. Вот. Что это? Ну, тесак, как вы просили. Я слишком много работаю, слишком много. А вокруг одни бездельники и идиоты. Пойди прочь.